Два месяца подготовки, 80 участниц, 4 стилиста, 30 пар очков анимарка, 3 победительницы, 2 дня съемок и 3 глянцевых разворота самой громкой фотосессии года. Это конкурс «Звезда глянца в цифрах», теперь в эмоциях, красках и лицах. Два сильнейших игрока на рынке продвижения брендов класса премиум и люкс в Барнауле, шопинг-гид «Я покупаю» сеть магазинов стильных аксессуаров «Стефан», объединили свои таланты и силы для проведения уникального конкурса «Звезда глянца», который прошел в 3 этапа. Отборочный интернет-тур, полуфинал в виде самопрезентации, финал в формате битвы стилистов и глянцевый итог. 3 победительницы проекта Дарья Назарчук, Мария Аксенова и Марина Куртукова отправились в Белокуриху, чтобы стать главными героинями масштабной фотосессии и окончательно закрепить за собой титул «Звезды глянца». Красочное яркое действие с участием «Я покупаю» Стефан, генерального спонсора конкурса бренда «Анимарка», команды бьюти-специалистов студии Людмилы Тарасовой под руководством официального фотографа проекта Марины Широких проходило в атмосфере гармонии и полного взаимопонимания. Яркие образы героинь, созданные на основе одежды Патриция Пеппа и Гала Бутик, венчали модели солнцезащитных очков «Анимарка» и сумки Франческо Маркони. Съемки проходят легко и весело, мы действительно чувствуем себя моделями. У нас прекрасная команда, отличный фотограф, оператор, девчонки просто реальные звезды глянца. Особенно нравится место, где мы проводим эту сессию. Все это вы увидите в августовском номере «Я покупаю Барнаул». «Звезда глянца» — это не только работа, но и праздник в честь окончания конкурса. Он состоялся в ресторане «Бершале». На высокой эмоциональной ноте проект завершился. Хотя нет, он продолжится до тех пор, пока самые удачные кадры фотосессии будут впечатлять и вдохновлять вас с глянцевых разворотов августовского номера «Я покупаю». А с чего все начиналось? Все начиналось с идеи, которая среди прочих креативных мыслей зародилась в голове у руководителя сети магазинов стильных аксессуаров «Стефан» Степана Карасева. Замысел прост, этим и захватывает. Продемонстрировать, что в образе аксессуары решают все, и что девушка, не являющаяся профессиональной моделью, с помощью пары очков и стильной сумки может стать звездой глянца. Именно поэтому генеральным спонсором конкурса выступил бренд «Анимарка», легендарный итальянский производитель оправ и солнцезащитных очков. За стильные сумки в кадре отвечает партнер конкурса, также итальянский бренд Франческо Маркони, который готовится осенью открыть свой первый фирменный магазин в Барнауле. Образы участницам проекта были подобраны в разных стилистических направлениях, от глэм-спорта до сафари. Именно поэтому специалистов салона «Стефан» ждала увлекательная работа. Коллекция «Анимарка», совершившая путешествие в Белокуриху в своем полном объеме, позволила точно и изящно венчать каждый образ, благодаря разнообразию моделей, форм, цветов. Сумки Франческо Маркони виртуозно справились с ролью цветовых и стилистических акцентов. Луки получились женственными и остромодными, как и сами итальянские бренды. Очки «Анимарка» – мой любимый бренд. Мой выбор – в сумке Франческо Маркони. Звезды глянца. Этим титулом мы смело награждаем и аксессуары, которые во всех подробностях можно рассмотреть на глянцевых разворотах августовского номера шопинг-гида «Я покупаю». И дополните ими свой образ. Бренд «Анимарка» представлен во всех магазинах сети «Стефан». А что касается Франческо Маркони, ждать осталось немного. В Барнауле фирменный магазин бренда откроется уже в начале осени.